Итак, все это убираю в сторону. Сейчас я хочу вам рассказать еще кое-что. Что еще мы пьем в моей семье, да? Ну, это как бы не говорится, что это на постоянной основе. Это идет дополнительное, потому что постоянно сейчас это идут мультивитамины. Все, что я вам показала, то есть как бы кальций, мультивитамины и фидроитин, конечно же, да, и коллаген я употребляю. А так вообще то, что еще у меня есть в арсенале, так сказать, обязательно. В первую очередь, значит, я вам сейчас покажу. А без чего я не могу, как бы сказать, обходиться. Значит, два таких препарата хочу вам рассказать и показать. Витамин С. Витамин С, тем более сейчас зимний период, сейчас вот у меня уже подзаканчивается, идет новая посылочка в большем количестве, здесь 90 штук, заказала сейчас побольше. Испытала я этот витамин С, потому что у меня был еще другой, там в составе аскорбиновая кислота, а здесь именно натуральное. Сейчас я вам хочу сказать, витамин С, кальций, аскорбаты. То есть на две таблетки идет 1000 миллиграмм. Взрослые, если там две таблетки, может пропивать ребенку, можно и одну давать. В зависимости от что происходит, да, ситуации. Значит, вот такие вот таблеточки. Всегда показывается размер таблеток. Вот здесь таблетка, да, идет. Вот такая вот таблетка, вот, пожалуйста. Что могу сказать про этот витамин С? Ребят, очень-очень классная форма этот витамин С. Вообще в наших аптеках витамин С нормальной формы вы не встретите никогда. Я уже вообще исключила в аптеках что-либо покупать, связанное со здоровьем, с витаминами и так далее. Ну, забежать Ситрамон П купить, или там парацетамол, или там, не знаю, пластырь, да. Но что касается вообще всего, я уже 2 года как дружу с сайтом iHerb и постоянно заказываю. Качество меня изумляет и радует. Значит, что здесь? Витамин С. Здесь, во-первых, 100% вегетариан. Значит, и еще помимо того, что здесь витамин С, здесь идет комплекс, специальный комплекс. Девчонки, у меня с произношением английского не очень. Вот комплекс вот этот специальный, здесь идет 400 миллиграмм в составе, да. Значит, специальный, который хорошо усваивает витамин С в нашем организме. Он способствует хорошему усвоению. Значит, вот эта форма витамина С, она... Вы даже на голодный желудок можете его выпить, и вам ничего не будет. Потому что я говорю, тот человек, который не имеет идеальный желудок, и на голодный желудок я стараюсь ничего не раздражать его. То есть расположен гастрит, у кого может быть язва или еще что-то. Но витамин С нам обязательно нужен. Для чего? Девочки, даже мальчики. Значит, для красоты витамин С обязательно нужен. Для иммунитета это вообще немаловажно, очень сильно нужно. Для... то, что иммунная система сказала, для красоты, для молодости, поддержания. То есть витамин С обязательно нужен. И вообще наш даже автоматически коллаген со временем, мы взрослеем, коллаген меньше у нас вырабатывается. А за счет чего он вырабатывается? За счет витамина С. Значит, даже когда у нас сейчас идет, мы переходим в осенний сезон, у нас сегодня осень радует, очень-очень сухая и солнечная, что очень прям вообще я эту осень очень сильно полюбила. И все равно зимний период. Всегда в арсенале у меня есть этот витамин С. Всегда, потому что какие-то малейшие первые симптомы. Защипала в горле, насморк, заложенность носа, ломота в теле. Сразу витамин С. Сразу витамин С. Может быть, одна таблетка в день достаточно. Надо смотреть по ситуации. Может быть, две. Одну утром, вторую вечером. То есть без разницы. Витамин С обязательно. И если уже вы расхандрились, я беру витамин С и даю одну таблетку парацетамола. И тоже сразу на ноги вставить. Он как бы противовирусный получается, там парацетамол, поэтому. Значит, очень хорошая форма, рекомендую, еще раз рекомендую. Всегда у меня есть в наличии, в арсенале для моей семьи, для меня. Без этого мы никак не обходимся.
Второй момент, который всегда у меня находится, тоже сейчас уже заканчивается, идет, обязательно заказала еще одну. Это леденцы, вот такого плана леденцы. Это для эфопершения в горле. Здесь идет цинк, эхиноцея плюс витамин С. Значит, наличие 60 у нас таких таблеточек. Это рассасывающие таблеточки, специальные для того, чтобы убрать першение, боль в горле. Вот у нас состав, 23 миллиграмма у нас цинк, витамин 10 С тоже 100 миллиграмм. Вот, значит, здесь, значит, знаете, что рекомендуется? От 1 до 6 таблеток рассасывать можно не более 7 дней. Значит, не более 7 дней, да, чтобы как бы не было каких-то там тоже проблем и все остальное. Значит, у нас здесь компания идет Naturus Way. Тоже много что пробовала у них, тоже нравится эта компания. Вот эти вот эти леденцы, они всегда у меня есть в арсенале. То есть я никогда не покупаю теперь леденцы в аптеке. Никогда. Очень хорошее средство, очень хорошо мне помогает. Но не думайте, что одну таблеточку рассосали, и у вас все поможет. Нет, ребят, если вы это делаете там 2-3 дня, ну, допустим, опять же, в зависимости, как у вас там с горлом обстоят дела, насколько сильно как бы вирус, насколько сильно покраснение, и, естественно, потом вы как бы... У некоторых, может быть, знаешь, такой на привкус поташнивает, но... Делайте тоже это не на голодный желудок и как бы, не знаю, то есть бывает иногда такое, да, вкус что-то надоедает, тем более какая-то вот есть горечь в горле, потому что я знаю, что это такое, как бы у нас сразу акцент, если что-то там задуло, продуло или еще что-то, у нас сразу идет на горло, то есть мы сразу, наше горло сразу схватывает. Но эти леденцы всегда у меня есть, вот эта парочка всегда у меня есть, даже не парочка, а у нас еще третий такой есть момент, он сейчас его нет в наличии, я его заказала, сейчас на зиму идет, это колостром, связано с иммунитетом, потом, когда придет посылка, все вам расскажу. Вот эта вот парочка обязательно есть. А, значит, еще что, хочу вам рассказать про магний, тоже заканчивается у меня сейчас, идет тоже в посылке, новая бадья в таблетках, таблеточки вообще маленькие таблеточки. Значит, принимаю магний, бывает, комплексом принимаю, то есть как бы, ну, на комплекс прохожу, там, допустим, месяц. А бываю, что принимаю по ситуации, чувствую, что напряжение в мышцах, чувствую, что какое-то от спины идет, боль идет в голову, то есть если это не давление, то есть такое вот, да, принимаю магний, она расслабляет. А, тоже вот эта фирма, то, что и кальций, я вам рассказывала, да, про этот вот кальций, и как раз эта же фирма. А, значит, говорю еще раз, что хорошая фирма, очень мне нравится. Магний здесь в хелатной форме, как вы уже заметили, 250 таблеточек. Значит, в хелатной форме 250 таблеточек, и в одной таблеточке идет 100 миллиграмм. Суточная норма женщин, детей и подростков – это 300, мужчин – 400, пожилых тоже 400, ну, беременных тоже 400. Значит, 300 миллиграмм я всегда принимаю тоже на ночь, как бы, если чувствую, что мне это надо, я принимаю. И либо прохожу курс. Все зависит от состояния, от организма. Значит, магний, вы понимаете, что это тоже немаловажное. Как и кальций, это немаловажный компонент в нашем организме. Они даже в таблице Менделеева, насколько я знаю, стоят вместе. Вот. И вообще наш организм – это как ходячая таблица Менделеева. Нам все надо, ну, как бы, конечно, плюс-минус, так сказать, да? А магний, он не накапливается в организме, он как приходит, так и уходит, то есть он накопительную систему не имеет, поэтому даже кто-то пьет на постоянной основе магний. Вот именно, что вот это вот, я знаю, что у доктор Беста, ну вот доктор Бест, да, то есть тут вот компания доктор Бест, тоже магний хелатной формы есть, тоже хорошие отзывы много. Ну вот я не пробовала, но вот этот вот я уже беру не один раз, и сейчас мне идет еще следующая такая же баночка. Здесь у нас
Сколько у нас здесь? А, 250 таблеток, господи. Вот, значит, хорошая, хилатная, очень хорошо помогает. Я даже могу иногда выпить, чувствую, что 400 выпиваю. Здесь не бывает ни побочных, ни, как сказать, ни пересыщения. То есть даже если вы лишнее что-то, вы просто хорошо сходите в туалет. Вот, рекомендую, очень-очень хорошая. Ну и, значит, здесь то, что у нас остается дальше. Это келп. У нас была ситуация, у меня с ребенком проходило обследование. В прошлом году мы сдавали анализы на гормоны щитовидной железы. И нам врач рекомендовала пропивать йодомарин полгода по 150 миллиграмм. Келп — это йод, 150 миллиграмм в одной таблетке, здесь 200 таблеток. Таблетки достаточно небольшие, маленькие. Вообще йод надо пропивать, конечно, курс пропили месяц для профилактики. Если у вас, конечно, проблемы, то здесь уже по рекомендации врача. Я помню, тогда купила йодомарин, мы пили, что результатов никаких не было, и тогда я заказала этот кап. Опять же, как вы заметили, компания Now. Вот, и очень хороший, быстро пошел подъем, у нас нехватка была йода, и, ну, баночка большая, так что на постоянной основе мы, естественно, это не пьем, но... Есть на всякий случай, то есть мы пропили, нам сказали достаточно. Вот находится у нас, тоже рекомендую, хороший йодомарин, кому если нужно это. И такой витамин, как B50. Почему B50? Потому что здесь в рационе у нас находится все по 50 практически миллиграмм, то есть B1, B2. B3, B6, B12, B1, фолаты 667. Значит, это капсулы, то есть здесь 100 капсул. Эти капсулы я заказывала мужу, он курсом периодически пропивает вот такие вот капсулы, такого цвета. Имеет определенный, конечно, запах, вот, но не так, чтобы до рвотного рефлекса, все приемлемо. Также изменения происходят в моче, когда вы принимаете этот препарат, не удивляйтесь, не пугайтесь. Но витамин В, конечно, нужен, если у вас нет аллергической реакции на группу В, на что-то именно. У меня просто... Есть определенно, допустим, есть такой препарат нейромультивит. Он продается в аптеках, и у меня на него аллергическая реакция происходит. То есть здесь еще помимо того, что в категории Б, конечно, есть дополнение, ну, как бы у некоторых ложится дополнительно еще какое-то вещество, которое там на основу или еще что-то. Ну, вот на что-то у меня идет. Когда я пропиваю, допустим, мультивитамины, там есть категория Б витамины, у меня нет никакой аллергической реакции. Ну, так получилось, что на нейромультивит у меня произошла реакция. Вот, этот препарат я не пила, пил мой муж, очень нравится, он периодичностью пропивает. Здесь 100 таблеток, он не пьет там 2-3 месяца, он пропивает месяц, отдыхает, потом проходит какое-то время, он опять пропивает. То есть это связано с нервными окончаниями, связано с, ну, с нервами, соответственно, потому что ему рекомендовано неврологам это пропивать. Вот. Очень хорошая компания, очень хороший состав, очень хороший, так сказать, результат есть. То есть, как бы тоже рекомендую. Здесь у нас ГМО. Вот. Советую, то есть у нас это всегда как бы есть. Но это надо отдельно пропивать, не вместе с мультивитаминами, иначе там сильно дозировка будет. То есть отдельно, если вы ничто не пропиваете, то есть, конечно же, можно витамин В. Вот. И дальше у меня вот такие вот еще три баночки всегда есть. Ну, как не всегда, вернее, есть, а вот сейчас вот есть. Это хром, пиклинат хрома. В одной таблетке здесь 200 миллиграмм. Для чего заказала? Ну, 100 капсул, здесь капсулы. Не таблетки, но здесь капсулы.
Обычные капсулы, то есть, пожалуйста, да. Для чего заказала? Был определенный период в моей жизни, когда я очень-очень-очень не могла жить без сладкого. Вообще ни капельки не могла жить без сладкого. Постоянно шоколад, постоянно какие-то там... Ну, тем более с шоколадом связано. Вообще вот просто-напросто. Вообще, как потом впоследствии я выяснила, что когда у вас большая тяга к шоколаду, вы не можете жить без шоколада, прям в день его по плитке съедать, как это было у меня, то обратите внимание, значит, у вас нехватка магния. Потому что, как я только начала принимать магний, пропила сначала курс, потом я как бы, соответственно, какое-то время прошло, и я уже заметила, что мне не тянет так к шоколаду. То есть на сегодняшний момент я вообще шоколад не ем. Вот. Ну и вот этот вот препарат, то есть Natura Sweat тоже, пиколинат хрома, оно, как бы сказать, убирает тягу к сладкому, убирает тягу к шоколаду для тех, которые, тем более, допустим, хотят похудеть. Вот, это хороший такой действующий препарат. Я на как бы сказать, на основном потоке так его не пью. Я его пью, то есть, когда уже чувствую, что у меня какой-то идет сбой, я там начинаю там какой-то тяготение у меня в этом направлении, а так нет, как бы оно у меня стоит, оно у меня есть, палочка-выручалочка, как бы неплохое. Дальше, тоже компания Now, вы заметили, да, что я у меня Now люблю, Natura Sway люблю, Dr. Best. Значит, валерьянка, ну, обычно валерьянка, которая у нас продается в аптеках, так она почему-то не действует на успокоение, на сонливость больше. Этот препарат я покупала своему супругу. У него очень тяжелая работа, достаточно нервная. Значит, здесь идет в одной таблетке 500 миллиграмм, 100 капсулов. Здесь у нас капсулы. Ну, обычный капсул. Обычный, просто обычный. Значит, что после завтрака выпивает по одной таблетке, здесь, конечно, рекомендовано по две, но выпивает по... Ну, раньше, ну, как бы он пропил уже по две, сейчас для профилактики по одной пьет. Такой вот состав. Значит, вы знаете, я заметила результат. То есть нет такой раздражительности, нет такой какой-то вот, это вот, знаете, вот, как вспышка бывает, то что что-то не так, какой-то вот, ну, просто нервозность, какая-то нервозность. Вот, и увидела спокойствие, увидела, ну, просто спокойное состояние человека. То есть, можно сказать, мой муж вернулся ко мне обратно, это все. Вот, хорошие здесь натуральный компонент, валерьяна, то есть очень, ну, как бы, здесь не надо там пить куча, и сразу, как бы, идет действие, отзывы неплохие, присмотритесь, кому интересно. И последний, это, конечно же, витамин D3, он у меня еще не открытый. Я его взяла в пробных товарах, на сайте есть такая функция, такое отделение, так сказать, пробных товаров, где цены достаточно со скидками, низкие, можно взять. Это компания 21 век, я так понимаю. Вот, здесь, значит, 10 таблеток в таблетках здесь. Вот. И по одной таблетке в день нужно пить. Значит, у нас идет здесь на одну таблетку 1000. 10 единиц, другая идет. Видите? Не знаю, это как назвать единицу, короче, 1000. Вот. Витамин D. Для чего я взяла? Ну, чтобы был. И вообще я взяла попробовать вот именно, что в периоды зимние, когда мало солнца. И вообще, как выяснено, что в северных странах и в России большая нехватка витамина D в организме человека. Вот. И вот как раз витамин D, чтобы пропивать. Потому что витамин D нам очень сильно тоже нужен для бодрости, для энергии, для высыпания, для того, чтобы с утра не с ломотой, не с больной головой бы чугунной вставать, а чтобы была бодрость, чтобы была энергия в течение дня. И, как бы, конечно, витамин D обязательно нужен. Да.
Обязательно. Ну, как бы вот взяла, что имеется. Вот я вам все показала, все, что у меня есть в данный момент, что мы пропиваем, что ко мне вот пришло с посылкой, что у меня вообще есть на постоянной основе, что так она как бы пробовала. Вот. А что могу сказать? То есть, как бы все, что я выбираю, все, что я рекомендую, я очень тщательно отбираю это все, потому что я не подхожу к этому вопросу халатно. Очень много слушаю профессоров и врачей, рекомендуется. Сама проходила обследование с головы до пят в свое время. Значит, то, что мне помогает очень сильно, чтобы поддерживать и энергию, и здоровье, и, соответственно, красоту. Ну, естественно, мы не хотим... Никто стареть, мы хотим молодеть, вот, и поэтому, как бы, вот, все, что я сейчас показала, у меня скоро идет посылочка, также с сайта iHerb, и мы с вами ее вместе вскроем, посмотрим, я расскажу, что я нового заказала, покажу, вот. Ну, что я могу сказать? Конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то, может быть, комментарии, вы можете под этим видео оставлять свои вопросы, может быть, свое согласие, несогласие, комментарии. Также, если кому не трудно, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на этот канал, потому что мы на этом канале будем о многом говорить, много общаться и вообще как бы приглашаю вас просто дружить. Вот. Так что спасибо за просмотр. Надеюсь, что кому-то помогла. Всего хорошего. Пока-пока.